8 тысяч студентов. Вот какая большая она, университетская семья Пушкинской «Альма-Матер». В этом году конкурс на специальности вуза оказался достаточно высоким. Сейчас к ней прибавились еще 1400 юных и смелых, полных сил первокурсников и первокурсниц, готовых постигать новые вершины и открывать широкие горизонты. В этом году проходные баллы практически на все специальности были больше на 20-30, чем в прошлом году. Это значит, что в нашу университетскую семью вольются очень хорошо подготовленные студенты. И сегодняшняя линейка, которая посвящена первокурсникам, будет говорить о том, что молодые студенты – они наша надежда. Бесспорно, многое определяет правильный выбор будущей профессии. Ведь именно от этого зависит, насколько нацеленным на работу и учебу будет студент. Именно так считает перспективный спортсмен, нынешний первокурсник Пушкинского университета Виталий Струнец, который осознанно и уверенно пару месяцев назад решил подать документы на поступление именно в этот вуз. В связи с тем, что я занимаюсь легкой атлетикой, я решил взять тренерскую работу. Мне это очень нравится. Я вижу в этом толк. Я хочу быть тренером. С выбором университета и факультета у первокурсника вопросов не возникало. Еще в школьные годы он принял решение связать свою жизнь с факультетом физического воспитания, так как с 6 лет занимается спортом. Сначала хоккей, потом акробатика. Сейчас молодой человек отдает предпочтение легкой атлетике, а в свободное от учебы время занимается паркуром. Теперь, когда уже сдача вступительных экзаменов позади, юноша признается, что поступить было нелегко. Целый год готовился, ходил к репетиторам и к остальным занимался. На торжественной линейке прозвучали первые слова напутствия будущим биологам, юристам, педагогам, психологам. В их честь в этот день звучали музыкальные поздравления и пожелания успехов. В завершении мероприятия первокурсники запустили в небо разноцветные шары.